Когда не было ни титанов, ни богов-олимпийцев, случилась великая битва. Гнев первых богов. Тех самых, что создали Землю, яростно бушевал веками. Из той ярости, того безумия, возникли фурии. Ни титаны, ни боги, ни тени, ни смертные. Фурии были сами по себе, ибо они стражницы чести. Вестницы погибели. Кара предателей. Зевс пришел к власти и понял, что бояться сестер нечего. Свой гнев фурии обрушивали лишь на виновных. Первым провинившимся был Гекатанхейр Эгион. Принеся кровную клятву Зевсу, он вскоре предал царя олимпийцев, и фурии не замедлили явиться. Фурии бросились в погоню за Эгионом и, схватив несчастного, жестоко истязали его. Ибо смерть слишком легкий удел для клятва преступника. Так свершилась судьба Эгиона в назидание другим. Пример для тех, кто решится нарушить клятву, данную Богу. Кратос, военачальник спартанцев, был жестоко повержен, лишенный разума, измученный, неуверенный ни в чем, великий воин попал в липкую паутину, сплетенную фуриями. Нет, никогда. Здравствуй, Кратос! В чем дело? Ты растерялся, Кратос? Забыл, как чудесно мы с тобой проводили время вдвоем. Правда, затем нас грубо прервала моя сестрица. У Олега-то нет ни капли такта. Не волнуйся, уж тебя-то я научу уважению.
За то, что ты отнял, за мной должок! На больше ты не способен! Твой гнев не поможет! Смертному не убить меня! Считаешь себя особенным избранник Ареса, но ты ничто! Ты недостойный смертный! Вернуть тебя. Yeah!
Ты всего лишь смертный, ни больше, ни меньше. Мы все невинны, так что заткнись! Он каракон! Мы все безумны! Видишь, как мы тут обходимся с предателями? Час! Ты можешь против гекатанхейров!
Сестры слишком добры к тебе! Thank you.
Я не стану потворствовать тебе, как сестры. На нем знак, какого я еще не видал. Это же он! Он спасет нас от этих фурий! Он проклят! Не подходи! Thank you.
Слава Олимпу! Я свободен!